Глава района Андрей Дорошевский провел заседание Совета по предпринимательству. Один из основных вопросов – незаконное размещение рекламных конструкций. Зачастую предприниматели игнорируют правила благоустройства, принятые в поселениях, а именно регламент расположения, размера и дизайна рекламных вывесок. В результате кричащая реклама портит внешний облик улиц. Кроме того, на заседании подвели итоги работы Муниципального центра поддержки предпринимателей Северского района в 2021 году.